Прокуратурой района организована проверка по факту публикации в интернете информации о ненадлежащем обращении с животными в веревочном парке «Пересвет» в городе Рыбное. Появилась публикация в Инстаграм в паблике RZN Live, цитируем. 7 июня решили с семьей посмотреть на оленей. Вместо положительных эмоций мы получили слезы и плохое настроение. Сердце облилось кровью. По нашему мнению, животные голодные. Сразу все подбежали к нам и стали просить еду. Мы их покормили, вольер весь в грязи. Да, был дождь, но нужно, наверное, как-то предусмотреть этот момент, говорится в сообщении. Фотографии, подтверждающие эти слова, прилагались к посту. Прокуратура района проводится проверка изложенных фактов с привлечением сотрудников Россельхознадзора. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте мер, принимаемых ответственными лицами по исполнению действующего законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, а также решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В мае прошлого года наша телекомпания уже выезжала в этот мини-зоопарк вместе с прокурорами. Причина проверки была та же самая. Посетители сообщили, что на животных больно смотреть. В ходе проверки прокуратурой района установлено нарушение законодательства об обращении с животными, в связи с чем 7 мая 2019 года в адрес руководителя организации, ответственного за соблюдение требований ветеринарно-санитарного законодательства в парке «Пересвет», прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений в указанной сфере, по результатам которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. О результатах новой проверки прокуроры сообщат позднее.